Об атомных электростанциях поляки знают только благодаря телевидению и кино. Но они понимают, что АЭС могут оказать негативное влияние на жизнь людей. В памяти еще живы воспоминания о Чернобыльской катастрофе. Польша – одна из немногих европейских стран, у которых нет ни одного ядерного реактора. Но скоро это изменится. Нам постоянно нужны новые источники энергии. Нам нужны новые электростанции, которые обеспечат энергией динамично растущую экономику Польши. Страна не собирается полностью отказываться от угля. Возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить все потребности польской экономики. Поэтому стратегия государства подразумевает развитие гражданского энергетического ядерного сектора. Мы добиваемся того, что очень важно для Европы. С одной стороны, мы заботимся об окружающей среде. С другой, мы обеспечиваем энергетическую безопасность. Это борьба за климат и за чистый воздух. Мы должны изменить наш энергетический сектор. Нам нужно больше делать ставку на газ. Вероятно, мы также начнем строительство атомных электростанций. Польские специалисты будут работать не одни. Поскольку у них нет опыта в этой области, им будут помогать французы или американцы. Я думаю, решение может быть принято уже в этом году. Переговоры ведутся, но я думаю, с моей стороны было бы безответственно говорить, кому мы отдали бы предпочтение, поскольку речь идет о больших деньгах. Разговоры о больших деньгах. Правительство рассчитывает, что на АЭС будут приходиться 20% польского энергетического сектора. Через 20 лет мы хотим производить 6-9 гигаватт ядерной энергии. Это означает, что мы построим 6 реакторов в нескольких районах Польши. Но пока неизвестно, где будет находиться первый ядерный реактор. Сейчас речь идет о строительстве первой атомной электростанции, которая будет расположена на Балтийском море. В настоящее время рассматриваются два района к западу от Гданьска. Сколько понадобится денег на строительство новых энергетических объектов, пока просчитать трудно. Но ранее правительство заявило, что предположительно на это уйдет 25-30 миллиардов евро. Мы можем позволить себе строительство атомных электростанций в Польше. Большое спасибо. Уже более 30 лет в Польше говорят об атомных электростанциях. Нынешнее правительство не раз заявляло, что оно не бросает слов на ветер. Но кажется, сейчас, ввиду глобальных изменений климата и под влиянием внешнего политического давления, Польша перейдет от слов к делу.